соревнований. Сегодня мы открываем чемпионат и первый спорт Республики Башкортостан по роллерам спорта. Давайте поаплодируем, дорогие друзья. Три дня соревнований включают в себя четыре дисциплины чемпионата и первенства России. Четыре дисциплины первенства Федерации роллер-спорта, три возрастные категории. На одной площадке собрались более 200 лучших роллеров из 13 регионов России, чтобы разыграть 33 комплекта наград. На площадку приглашаются спортсмены. Под ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья. Республика Башкортостан. Приглашается Ивановская область. Владимирская область. Город Москва. Московская область, Самарская область, Новосибирская область, Саратовская область, Омская область, город Санкт-Петербург. Пензенская область, Ярославская область, Челябинская область. Дорогие зрители, давайте еще раз поприветствуем бурными аплодисментами участников сегодняшних соревнований. На торжественной церемонии открытия соревнований почетные гости. Председатель Федерации роллер-спорта России Сергей Андреевич Тюльков. Начальник управления по физкультуре и спорту администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Егор Валерьевич Сорокин. Директор Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Баталова Римы Абердиновны Юлия Юрьевна Чачина. Председатель Федерации роллер-спорта Республики Башкортостан Оксана Сергеевна Галеева. Заместитель председателя Федерации роллер-спорта Республики Башкортостан Владимир Юрьевич Головастиков. Также сегодня присутствуют судьи соревнований. Главный судья чемпионата России Алексей Юрьевич Потапов, город Саратов. Главный судья первенства России Дмитрий Васильевич Мелехин, город Москва. Анатолий Иванович Карпатов, город Москва. Илья Александрович Костин, город Самара. Руслан Евгеньевич Шилов, город Ярославль. Наталья Михайловна Морозова, город Ярославль. Елена Николаевна Перевозчикова, город Санкт-Петербург. Светлана Петровна Титова, город Уфа. Ирина Леонидовна Белоусова, город Уфа. Никита Вячеславович Горшков, город Саратов. Александра Михайловна Судакова, город Уфа. Анна Ивановна Горикова, город Санкт-Петербург. Слово для приветствия участников предоставляется председателю Федерации роллер-спорта России Сергею Андреевичу Тюлькову. Уважаемые участники соревнований, я очень рад приветствовать в таком прекрасном спортивном комплексе. И на Уфимской земле у нас
впервые много что тут происходит. Впервые мы собрали такое количество участников. Впервые у нас такое количество регионов представлено. Я хотел бы вам пожелать высоких результатов, чтобы вы показали, и быстрых секунд, и всего самого-самого хорошего. Спасибо. Слово для приветствия участников предоставляется начальнику управления по физической культуре и спорту администрации городского округа города Уфа Республики Башкортостан Егору Валерьевичу Сорокину. Добрый день, уважаемые гости, тренеры, спортсмены. От имени администрации городского округа города Уфа Республики Башкортостан с большим удовольствием приветствую всех вас на чемпионате и первенстве России по роллер-спорту в этом замечательном центре Римма Градина-Баталова. Роллер-спорт в городе Уфе и в республике в последнее время динамично развивается и стал очень популярным, тому свидетельство сегодняшний чемпионат России и первенство России. Желаю всем участникам крепкого здоровья, справиться с нервами, показать все свое мастерство, пусть победит сильнейший. Праздник! Слово для приветствия участников предоставляется директору Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Риммы Бердиновны Баталовой Юлии Юрьевне Чачевой. Добрый день, уважаемые друзья! Я тоже рада приветствовать вас на наших соревнованиях на нашей башкирской земле. От имени Министерства спорта Республики Башкортостан, от имени министра спорта Республики Башкортостан Хабибова Руслана Тагировича очень хочется вам пожелать, чтобы вы получили максимум положительных эмоций от проведенных соревнований и от проведенного времени на нашей земле. Удачи! Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты позвольте провести вручение благодарственных писем почетным гостям сегодняшних соревнований. Церемонию проводят председатель Федерации роллер-спорта России Сюльков Сергей Андреевич и председатель Федерации роллер-спорта Республики Башкортостан Оксана Сергеевна Галеева. Выражаем благодарность за вклад в развитие роллер-спорта начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа города Уфа Республики Башкортостан Егору Валерьевичу Сорокину. Давайте сделаем фото на долгую память. Также выражаем благодарность за вклад в развитие роллер-спорта директору Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Риммы Бердиновны Баталовой Юлии Юрьевне Чачевой. Дорогие друзья, ну а мы хотим продолжить церемонию награждения и наградить спортсменов, установивших рекорды в дисциплинах роллер-спорта в 2022 году. Награждается Ефимова Алена Сергеевна, город Санкт-Петербург. Она является рекордсменом России в дисциплине фристайл-слалом, скоростной. Возрастная группа юниорки, время квалификации 4,516 секунды. Давайте поздравим бурными аплодисментами. Награждается Ручко Демид Алексеевич, Республика Башкортостан. Является рекордсменом России. Возрастная группа юниоры, время квалификации 4,338 секунды. Награждается Широков Денис Васильевич, город Москва. Является рекордсменом России в дисциплине фристайл-слалом скоростной возрастная группа мужчины. Время квалификации 4,384 секунды. Награждается Шилов Тимофей Русланович, город Ярославль. Является рекордсменом России в дисциплине фристайл-слалом скоростной возрастная группа юниоры. Время финала 4,911 секунды.
Награждается Кукушкина Анна Дмитриевна, город Самара. Является рекордсменом России в дисциплине фристайл слалом скоростной, возрастная группа юниор и время в финалах 5,314 секунды. Награждается Мединин Андрей Александрович, город Ярославль.